Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте. Так, чтобы не задерживать и чтобы не тратить драгоценное время, те, кто думает, что здесь очень серьезный канал, я хочу вас огорчить. Это не очень серьезный канал, ни новостной, ни программа «Время», и диктор без образования. Так что все, кто любят серьезные каналы, извините, простите, это не для вас. Так что проходим с миром. А здесь все по-простецки, все так. В общем, здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, всем здравствуйте, кто остался со мной, все, кто со мной остался, всем приветик, приветик, мои дорогие. И хочу сегодня начать видосик свой с очередного видосика, заказик сайта «Вася, Вася, Василек, мой любименький цветок». Да-да-да-да-да. И платье даже с Василька. У нас, слушайте, сегодня какое там, сегодня какое у нас? 5-6, господи, я уже это, понедельник, не знаю, какое сегодня. Вот, августа. Холодина собачья, собачья холодина вообще. Вот это всю неделю, все пробыло, это, холодрыга. Вот, ну, в общем, хочу показать вам сегодня заказик сайта. Еще, знаете, вы меня извините, пожалуйста, глухошарая, оглохла на два уха. Вообще. Ну, в общем, ладно, завтра пойду это. Сейчас пока сняла, вот закапала перекисью. Я думаю, поможет. Вообще ничего не слышу. Папа, если мне там что-то говорит, я его вообще не слышу. Понимаете, телевизоры орут везде, ничего нигде не слышу. Ну, ладно, это ничего страшного. Так, переходим к посылочке. Ждала я ее, ждала, 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 ждала. Тут у меня еще день рождения намечается скоро у одного человечка. Вот. А как-то мы ходили, это моей приятельнице, приятель. Ой, мне одеяло надо, мне надо одеяло. Вот. Боже, пришло. Ой, вот в такой вот. Вот в таком мешочке. Мешочки эти вещи классно. Они широкие, большие. На даче. Незаменимая вещь, незаменимая. Вообще. Открываем. А мне так нравится здесь, знаете что? То, что у них это... Как-то они так все это, что здесь как-то показать бы мне, что они как делают. Что не просто, что завязал, все такое, да. Можно же развязать и такое связать. А еще здесь, смотрите, идет вот здесь написано Иван, что ли. В общем, что уже просто так не порвешь. И они всегда хорошо упаковывают. Так, в общем, открываем. Тут даже ножницами не так-то просто. Они в несколько раз запаковали. О. Дырочка. Дырочка. Ладно. А тут еще запаковано. Представляете, какой мешок. Вообще класс. Да что такое? Вау. 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 Класс, класс, класс. Я вот не знаю, я когда выставляю про сайт Василек, мне потом пишут, Элла, вот этого нет, Элла, вот этого нет. Я попробую в этот раз ссылки оставить, где я это все беру, что это. Ну, там заходишь, набираешь. В общем, сейчас, в общем, попробую как-нибудь разъяснить вам поподробнее. Да, меня часто спрашивают, Элла, как вы заказываете, как заказывать лучше на сберегательную карту, ну, на карточку или расчетный счет девочки. У кого есть карточка, которую вы не боитесь полить в интернете, можете на карточку быстрее, можете на расчетный счет, как вам удобно. Заказывать почтой вроде бы дешевле. Вот я, например, у меня есть такая карточка, которая мне не страшно ее полить. Мне вот сколько надо денег там куда кому-то переслать, я положила и тут же переслала все. И она у меня всегда пустая. Вот сколько надо, поэтому смотрите, как вам удобно. Если вы в чем-то сомневаетесь, позвоните в Василек, там вам ответят. Девочки, а вы вообще-то знаете, ой, и мальчики, девочки и мальчики, также ваши родители. А вы знаете, какой год 2019 будет? Хрюши, хрюши, хрюши. И, как говорится, готовь сани летом. Начнем. Девочки, смотрите. Девчули, смотрите. Боже. Вот я взяла. Боже, они стали, смотрите, что делать. Они стали... Даже с этим, что вешать можно.
девчули, боже, какая хрюмка. Ну, это же классно на подарок. И они большие такие, знаете, какой размер? 45 на 6, по 5 штук в упаковке. Ну, не знаю, наверное, 45 на 60, что ли. Но они такие большие, большие, смотрите. Я разные взяла. Сейчас покажу, покажу. Их в упаковке 5 штук. А вот мне интересно, они все одинаковые? Да, в этой упаковке. Но я взяла 3 разных поросеночка. Вот. Так, ладно. Покажу. Полотенце очень хорошее. Так, раз начала с полотенцами, то и это. Заказала опять большое полотенце вафельное девочки для дачи. Это мужское. В тематику, смотрите, футбола. Есть у вас футболисты? Смотрите, какая. Для бани. И это, он там был большой размер, 150 на 100. То есть 150 в длину. Представляете, да? Вот так укутаться. Сейчас тут, смотрите. О, укутаться. И длинный, и в баню. То есть для мужчин, как подарок, 150 рублей, по-моему, стоил. Смотрите. Ну, вообще же классно, да? О. Покажу. Здесь все буду раскладывать, как что выглядит. Так, еще я взяла, знаете, какие полотенца тоже. Понедельник, вторник и среда, четверг, пятница, суббота и воскресный день. Сейчас я их открою, потому что они все опять этот комплект. 8 полотенец, смотрите. Вот понедельник, меню такое, я быстренько прогоню. Оно вот как, да, как вафельное. Смотрите, вторник, да. Я не знаю, вот как там удобно им или нет. 35 на 60 же, по-моему. Сейчас скажу, с какой размер. 35 на 60. Как удобно с ними будет работать или нет, потому что, слушайте, вот здесь нету петлички. Петлички нету. Оказывается, это только вот на хрюшках были петлички. Так. В общем, среда. Вот, и в четверг что приготовить, я вот быстренько вот так покажу. Смотрите, какие веселенькие, как классно взять такой наборчик, да, вот кому-то идешь в гости там на 8 марта, там, я не знаю, на какие там, на День влюбленных, на это, что там, Татьянины дни, Машины дни, Гали, Степы. Вот, вот так вот просто, да, как презентик. Вот детское, смотрите, меню. Ребенку подарить, да, там просто как презент. Вот знаете, ищем же мы подарки на Новый год, на 8 марта, да. Полотенце из 8 штук. Бах! И вот тебе счастье какое. Полотенце обалденно, классно. Да, но здесь только нету на что вешать. Или я не нашла. Сейчас посмотрим, лес слепошара. Нет, нет, нету. Только на хрюшках. Дальше. Элла Федоровна помешалась на хрюшках. Ну, на Новый год вообще, я говорю, готов Санита. Смотрите, вот тоже 45 на 60 полотенечко с хрюшкой. Вот на Новый год положить, если кому идешь, там к подружке, все такое, да. Такое полотенечко, там что там, коробка конфет, вот вам и все. Тоже в упаковке их 5 штук. Все они, конечно, одинаковые, да-да-да-да. Они одинаковые, ну по 5 штук. Вот, это второе уже 5 штук, а я, по-моему... А, так, еще вот такие полотенца, смотрите, какие полотенца. Ну, я уже не буду это открывать, да? Пятница, суббота, воскресенье, с любовью, 35 на 60. В общем, неделька, ясный день. Так, еще я взяла вот такое полотенце махровое для пробы. Прям вот завтра начну пользоваться им, потому что я хочу себе заменить, как оно себя поведет. Мне похвалили, кто-то девочки сказали, Элла, попробуй полотенце, когда я там рассказывала, как я стираю полотенце. Вот, я взяла такое вот небольшое, ну и для пробы. Что говорит Элла, сохранилось, как вот качество было в наши времена. И они сказали, что в Васильке продается вот это вот... А, Юрьев-Польская, да, ткацкая отделочная фабрика «Авангард», да-да-да-да-да, вот город Юрьев-Польский. И еще мне сказали какие-то донецкие, вроде бы, тоже, говорит, хорошие. Я знаю, что когда в Беларуси была, там я в Светлогорске жила, рядом с нами Речица была, и там тоже выпускали полотенца, вот у меня 2 полотенца есть речицкие, уже им 30 лет, ну, наверное, около 30 лет. Вот такие полотенца. Вот я хочу попробовать такое полотенце. Как оно будет себя вести. И если это, то я закажу себе. Так, мои дорогие, я влюбилась вот в такие носочки.
Смотрятся они на ножке вот так. Сейчас покажу, я уже одела. Кто видел мою прошлую распаковку, видели. И в этот раз я еще заказала. Ну, в этот раз что-то они такие как бы потоньше, но они как бы очень хорошо сидят на ноге. Ну, нигде не сползает, ничего. Я рассказывала, что как бы показать. Здесь есть гелевая, видите? Вот это, чтобы она не слазила с пятки. Очень классные, очень. Вообще, и я поэтому еще заказала 6 штук. Вот фена. Двое черных, двое серых, двое белых. Ну, вот я как-то с белыми на вы шепотом, а эти... Так что, ну, белые можно кому-нибудь задарить. 37-41 размер они все. Ну, как бы вот на меня это очень хорошо. И вот в кроссовочки ходить, да. И в туфельки, которые с... Ну, в общем, классно, хорошо. Кто придумал, молодец. Вообще, это тоже, кстати, мне нужно. Ха-ха-ха, 3 рубля. Мне нужно на ручку вешать. Я придумала, для чего это нужно написать, что ваша квартира дежурная. Ха-ха-ха. Ниночка, ты рада? Теперь у нас будет такая штучка. Так, мои дорогие, теперь я вам покажу. Так, что мне там пока что из одежды пришло. А потом уже покажу, как оно на мне будет сидеть. Это трикотажное изделие. Халат. Халат. 54-й. Вот. Опять. Но это такой халат. Девочки. Он мне сразу, знаете, напомнился вот это вот. Не виноватая я. Ну, потому что он не такой, что там выбитый кирпичиком все. Ну, пошив такой. А он, знаете, какой? Это, знаете, какой зимний. И вот, знаете, как плед вот этот вот. Коричневый, типа из такой ткани Вилсофт. Вау! Ох! Здесь пришитый. Я тут прям сразу. Ну, это знаете, когда вышел так или из бани, или... Сейчас закрою, и не будет ничего слышно. Сейчас. Или из бани, или из душа. И такой... Не виноватая я! Он сам пришел! Ха-ха-ха, 3 рубля. Это я так просто. Ну, завтра покажу, как он как-то так обшит. Здесь плохо видно, я там в зале. Там сейчас папочка. Я заказывала, по-моему, 54 размер. Сейчас посмотрим. Ну, он такой, знаете, я говорю. Двухсторонний. Он как вот этот плед, который у меня на кровати. Ткань. Теплый, то есть в баню можно. Ну и на нашу зиму зимнюю. Он выбит еще так, смотрите. Видите? Так, что так, что? Дальше. Не знаю, как это. Ну, в общем, наверное, надо развернуть. Ой! Это одеяло полуторка, полутораспальное, 142 на 205, эвкалипт, эвкалипт, эвкалипт. Я сейчас скажу, боже, одеяло такое, сейчас я... Слушайте, одеяло такое, закругленные концы. Я не знаю, кому это нравится, кому не нравится, вот эти закругленные. Вот. Может, оно и лучше, то, что не будет забиваться в пододеяльнике все. А вообще, как бы... Еще и стирать же можно его. Ну, нормально такое. Но оно, я хочу вам, знаете, что сказать? Такое толстое, набитое. То есть такое вообще легенькое-легенькое. Это, ну, не сильно легкое. А почему пишут эвкалипт? Я что-то вот не врубиться не могу. Что там? Эвкалипт наполнитель или эвкалипт? Чё про чё бабка сдохла? Не знаю. Так что, кто знает, пишите мне. Ой! Вот такой одеяло. Там, в общем, эвкалипт называется что-то. Ну, еще, еще. Смотрите, какая красота! А-а-а. Как вы думаете, что это? Что это? Что это? Вы думаете, что это постельное? А нет, это не постельное почти. Это покрывало. Боже, какое оно красивое. Мне вот захотелось, чтобы что-то в цветочке были. Все. Мне очень нравится
И зимой у меня будет, конечно, вот этот, который ворсистый, меховой, и такой. И захотелось на сменку вот такой. Давайте откроем и посмотрим. В общем, взяла его 2,20, ой, 2,40 на 2,10. Бережная стирка при 30 градусах, без хлора и отбеливатель. 100% ПЭ, двухсторонняя. Ха-ха-ха. Так, сейчас посмотрим, девочки. Сейчас я его вот так пристелю. Так, мои дорогие, я вот так пристелила просто. Там, что сверху лежало, все сразу, да, так освежило кроваточку. Оно вот простеганное, видите, простеганное. Вот. Оно пишет, что двухстороннее. Ну, двухстороннее, я не знаю, может, у кого зеленые обои или синие какие-то, вот, синие. Можно и на эту сторону, да. Ну, здесь просто однотонное. Вот, быстрее всего будет вот так. Класс, да? Ну, так вот, я не знаю, вроде бы как бы подходит мне под мои, ну, цветы мне понравились эти такие. И то, что он такой простой, валяться можно, постирал, встряхнул и опять. В этот раз скажете, мало. Помните, я вам говорила, года два назад меня все ругали, все вы в одном и том же. Было платьишко вот такое. Да. Я опять заказала почти такое, но это, да, но это не такое. С длинным рукавом, вот на теперешнюю погоду, с длинным рукавом. И оно трикотажненькое. Ой, ткань, сейчас скажу ткань. Трикотажное изделие, модель, так, халат, туника, хлопок 100%. Завтра покажу, как оно. В общем, морячка. Ты морячка, я моряк. Спинка, правда, сшита вместе. Вот здесь, видите? Вот. Так. В общем, покажу, как оно будет на мне. Оно тоненький трикотаж. Ну, как вот футболки, да, только потоньше. Смотрите, какой цвет. Мои любимые эти. Как, я не знаю, кто как их называет. Я их называю огурцы. Это костюм, брюки и кофта должна быть. Он вискоза, вот знаете, как не вискоза. Я ж поеду скоро отдыхать. Смотрите, какая с коротенькая. Вот. Но вот это, вот, знаете, вискоза такая, как вот, знаете, как штапель, не штапель. Такая, как тканевая, которая не тянется, знаете, вискоза. Вот, завтра одену, покажу. Как же она? Костюм. И ванна вот так. Вискоза. Ну, это вот как вискоза, но не вискоза. Но етит, кудрит. Вот. И брюки такие. Вау! Так, одену вам и покажу. Теперь останется только отдыхать. И вот это я заказала. Это халатик с... Типа ночнушечка с халатиком. Сейчас посмотрим. Вот такая ночнушечка. Видите? Вау, да? Класс. Такая. И с халатиком таким. С поясковым халатик. Ха-ха-ха. Можно просто, как вот, знаете, когда после душа вышел, и там нанести крем там или еще что-нибудь. Классно. Такой. А можно просто накинул и не затягивать. Это если вот без ночнушки и вот так. Да. Но я прям чувствую, что я вот... Как бросила курить, ну поправляюсь, уже 3 килограмма набрала. В расстроенных чувствах, ну а что сделаешь? Ну что теперь? Ничего не сделаешь. Так что, как-то все померяю, все вам покажу. Такой трикотаж, такой он хорошенький, такой-то, вот представьте, с такой сорочечкой. Так, а здесь такой рисуночек, еще смотрите. Такие... Не знаю, что здесь, переведите мне, что здесь написано. В общем, здесь, наверное, написано «Ты супер! Хоферс!» Такие бабочки, они еще блескучие. Это блескучее вот это. Такое. А я не пойму, это то ли наклеено, то ли нарисовано так. Но это не похоже, что наклеено. Или такая терма какая-то. В общем, не знаю.
Так, сейчас это закину как раз в стирку. Посмотрим, как оно себя поведет. Стираю при 30 градусах. Ну, потому что оно как бы еще и не грязно, но все равно же его надо. Вот эти развернула и забыла про эти показать. Но эти я в прошлый раз показывала. Их тоже 8 штук. Они тут вот одна пицца, тесто для пиццы. Потом понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И ткань. Набор вафельных полотенец неделька. Бодрый день, 8 штук, 35 на 60. Странно. А я думала, как... Вот. Такие. Ну, вообще, набор полотенец у них шикарный, шикарный. Да, здесь тоже вешать не на что, но это... Только, значит, на хрюшках они сделали петлички, на что вешать. Смотрите, какие хрюшки, смотрите. С Новым годом, дорогие друзья, с Новым годом! Новым годом! Не классная же, да? Вот молодым хозяйкам, да, подарить такой наборчик. Пицца Маргарита. Ха-ха-ха. Ингредиенты. Как готовить, все приготовление. Это в какой день? А, это просто пицца. Вот. А это ха-ха-ха, вишневый клафу, типа французский. Я в прошлый раз говорила. Да, ну, в общем... Классно, классно. Так, вот я его постирала уже на следующий день. Не гладила ничего, потому что все равно на нем валяться. Вот так-то ничего, красивенько, да? Вот. Смотрите. 2,40 на 2,20 же, да, по-моему? Вот. И валяться на нем классно будет. В общем, смотрите. Так-то ничего, да? Подходит ко мне и картине. Там еще светильничек подружка мне привозила с Таиланда, оранжевенький, и розочки здесь такие. В общем, валяться, лежать на нем классно. Так, ну что, мои дорогие, сегодня уже второй день, уже побегала по больницам, к этому ухо, горло, носу не попасть, короче, в больнице бардак. Спасибо моей терапевт, это даже не моя, у меня 28-я терапевт уже поменялась, постоянного врача нет, Журавлева, по-моему, врач вот такой, в общем, это... Ну, и зашла я в парикмахер, моя Леночка моя в отпуске. Лена, простите, изменила, я зашла к другому парикмахеру в ассорти, вот она мне привела божеский вид. И сегодня я снимаю с Василечком. В общем, вот такой вот наборчик, девочки. Я знаю, некоторые мне писали, Элла, для больницы специально ничего не надо брать. Нельзя, нельзя, вернее, брать. Я понимаю, что нельзя брать специально. Но так как в этот раз получилось, что меня отвезли в больницу, и я мужу на пальцах объясняю, верхняя полка справа, посмотри, в горошек, а у меня в горошек 285 штук всего, там снизу, там это... Надо, чтобы все-таки на всякий случай был и такой мешочек в больницу. Да, я думаю, уже и на ПМЖ пора собирать, потому что ближайшие 50 лет они раз и настанут. Уже, представляете, уже скоро, сейчас сентябрь, и потом Новый год. А-у-а-у-а-у. Вот, в общем, смотрите, такой наборчик. Вот. Сейчас немножко наклоню, чтобы было видно. И вот так. Отличный, отличный. Да? Встал, халатик накинул. Так, это лот один был нежненький, тоненький. Трикотаж, знаете, как футболочки тоненькие. Ну, вообще отлично. В халат 3/4. Да даже можно так утром встал. Кому не в больницу надо просто. Поэтому я тоже им буду пользоваться, не только для больницы. Но, в общем, такие вещи надо, чтобы были. Были. Вот. Без пуговичек. Это вот чисто утром проснулся, до душа добежать там или... Ну что, следующий лот. Лот номер 2. Вот хоть убейте меня, но этот лот мне вообще напоминает... Что-то плохо видно, да? Этот лот мне вообще напоминает
Не виноватая я, он сам пришел. Вообще, халат вообще тепленький такой. Ну вот немножко что-то мне, не знаю, может не мой размер, может чуть побольше. Вот здесь вот как-то он, девочки, вот здесь. Вот. А если так, тогда вот здесь шовчик видно. Вот, у нас в магазине я видела такие по 999 рублей стоит, представляете? Вот, и вот так, в общем. Не виновата! Честное слово, не виновата. Сам пришел. Пам-п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 ам. Такие колокольчики, бубенчики. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, тоже вот такой халатик должен быть. Пусть даже... Ну, так. Вот вы знаете, для нашей погоды теперешней, да, холодина у нас как-то вот, и ветер, и все, а дома холодно. Вот, а дети его так... Вот я уже говорила, что он такой же, как у меня, вот этот в клеточку с Василька плед. Он такой вот, такой выбитый и тепленький такой. Пам-пам-пам-пам-пам. Ой, я знаю, мои доброжелатели напишут, хватит кривляться. Да вы что, как это кривляться? Это не кривляться. Это пока смут. Классно. Ну что, поехали, лот 3. Я морячка, ты моряк, я рыбачка, ты рыбак, и на суше, и на море нам не встретиться никак. Девочки, такое платье, оно такое тонюсенькое, конечно. Ну вот так, смотрите. Я вот, вы знаете, очень люблю все, что в полоску. Сейчас я вас попробую нагнуть, чтобы вот так видно было. И вот нравится мне. 200 с чем-то рублей, ну, по-моему, стоило. 54 размер. Так, я цены укажу все. Девочки, домашнее платье прекрасно же, да? 3/4 рукавчик. Вот как сейчас на... Лето-летнее, лето-зимнее, как у нас сейчас. Это даже как бы прохладный нарядик. Я даже в носках хожу, представляете? Так что. В общем, такой. Не знаю. Мне нравится. Очень. Ой. Но это я специально не отлепляю же. Хочу же узнать, чтобы потом по коду найти и посмотреть, какие цены. 54 размер, да. Мне нравится. Отлично. И небольшое, и немалое. Вот на мою 50-52 я беру все-таки 54 размер. Домашнюю одежду я люблю, чтобы она была вот такусенькая. Ах, морячка и моряк. Ну что, лот запуталась какой? 4-й, наверное. Ох, девчуленьки. Скоро отпуск. И вот этот вот костюмчик, люблю я вот эти вот всякие, я не знаю, как эта расцветка называется, я его называю огурцы. Все, что с огурцами, я от всего балдею. Горошек, огурцы, да я от всего балдею. От золота, от бриллиантов. Смотрите, классно, да? Вот это вот. Идем. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Классненько. Сейчас еще немножко так, чтобы поближе было видно. И главное, и рост, и размер, и все. Видите? Только я не знаю, вот куда вот этот такой длинный бант, потому что он очень длинный. Смотрите. Такой. Не знаю. Может, это как-то вот так? Не знаю. Нет, это, наверное, там было вот так нарисовано. Ну, уж сильно большой бант сделали, не пожалели. Классно. Ой, отменно. Мне очень нравится. И он такой, я говорю, как вот штапель или как вот. Вот он не трикотаж, ничего. 54-й тоже я, по-моему, брала. Ну, там напишу еще. И внизу он, знаете, как сделан? Сейчас я покажу. Так, внизу, смотрите. Вот здесь как бы, вот резинка, видите? Поэтому он как бы и не 3/4, и не 4. Между 3 и 4/4. 3.5 четверти. О, видите?
если убрать, и с этой стороны такая же. Поэтому оно можно вот так вот носить, как 3/4. Вот. Вот так. Да и так классно, и так классно, да? А можно просто вот так. В общем, все отменно. Ну вот и все, мои дорогие, все, что я вам хотела сказать, рассказать, показать. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините. Всего хорошего, мои дорогие. И всем пока-пока. Да, кстати, полотенца эти. Смотрите, скоро Новый год. Позаботьтесь о подарочках. Пока есть, потом девочки разберут.